Ну, не выиграли, конечно, обидно. Рассчитывали на 3 очка и продолжение дальше за бронзу, за второе место. Ну, как говорится, приложили все силы, все отдавались. И, я думаю, болельщики прям видели это, и все, кто пришел на стадион, это видели. Немножко не получилось, самое главное, это забить гол, хотя моменты были хорошие. Не знаю, просто банально какого-то везения, наверное, не хватило. Первый тайм немножко, может быть, не так хорошо играли активно, а второй тайм полностью переиграли и создали моментов, так что надо было просто забить гол и выиграть. Если сравнивать с первым матчем в Сморгоне, тоже была очень такая принципиальная игра, и удалось только уже в концовке выиграть. Есть ли какие-то параллели? Нет, параллелей никаких нет. Тут чемпионат Беларуси, все команды настраиваются, хотят выигрывать, побеждать, поэтому что там, что здесь тяжело было. Да, мы играем в атаку, много создаем моментов, подходов хороших. Там получилось реализовать, здесь сегодня нет. Что тут делать, как говорится. Будем работать дальше, есть еще тур. Да, борьба продолжается за 4-е место. Будем бороться и как можно лучше выступить в этом году. Настроение ребят в раздевалке после матча? Ну, конечно, все понимают, что надо было обыгрывать эту игру и бороться дальше. Шансы, скажем, в тройку попасть уже упустили, и поэтому все расстроены. Ну, что могу сказать? Будем на последнюю игру настраиваться и отдадим все силы, чтобы 4-е место занять. То, что не удалось добыть победу, это, ну, с твоей точки зрения, это больше где-то недонастроенность, может быть, либо физические кондиции. Вот в чем ты сам видишь? Да, не могу сказать, что недонастрой, все настроены были, даже на прическе обратите внимание, я думаю, это дает понять, что все были заряжены, хотели как и болельщиков порадовать, так и самих себя, тренерский штаб и город. Настрой был хороший, физические кондиции тоже хорошие, все делали как обычно, то, что требует тренерский штаб. Ну, футбол такая вещь, не забиваешь, не выигрываешь. Вот так и получилось сегодня. Мы не забили, поэтому довольствуемся тем, что есть. Настроение перед матчем с Шахтером все-таки последний тур, и как бы тоже будет решаться тоже 4-е место. Ну, да, немножко сейчас 2 дня выходных погрустим, обдумаем, проанализируем и будем в боевой готовности готовиться к Шахтеру все-таки как-никак чемпион. Пока 1-1 у нас по личным встречам, поэтому хочется выигрывать всегда и такую команду, поэтому есть что доказывать, есть что решать, и я думаю, болельщики слышат, что приедут на автобусе, собираются, поэтому всегда хочется порадовать и их, и себя, и всех, кто неравнодушен к Гомелю, поэтому будем стараться. Сегодня последний матч, домашний матч сезона, все-таки, может быть, несколько слов болельщикам. Ты уже сказал много про болельщиков. Спасибо, честно, за весь сезон, который болели, это, честно, непередаваемые эмоции, не зря мы там и рекорды бьем по посещаемости, по всему, поэтому, честно, просто спасибо, и это под этим словом хочется многое выразить. Поэтому, надеюсь, мы вас тоже не подвели, болельщиков, и отдали все силы, и, ну, последняя игра еще отдадим, конечно, поэтому будем биться за город, за команду, за болельщиков всегда.